Слушайте, я не мог пройти мимо этой темы. ТикТок сам по себе тут еще кринж, но индийский. Привет, дружище, ты на канале «Нормально так». Это просто кринж. Кринжатина. Да что с тобой не так? Индийская Дженнифер Лопес. И не просто Лопес, а Лопес, которая вышла из настоящей Дженнифер после отравления пищей. И в какой-то момент стало плохо в тубзике, и появилось оно. Посмотрите, самый настоящий крокодил. Причем это наркотики крокодил. Я смотрю, эта версия уже на 6-м месяце беременности. ТикТок это просто какой-то сюр. Отвечаю, летит куда-то мужик, над ним танцует горилла. Последний раз танцующую гориллу я видел, да нигде не видел, только сейчас увидел. Этот же тип теперь летит на птице, а я думал, сова. Спор тиктокера и лампочки, кто из них умнее? Я за лампочку. Я тебе постучу! И этот тоже не знает, как ее включать. Ребята, подайте кирпич, так может быть мозги бы на место встали. Чешется, все мое тело чешется, когда дадут горячую воду, поскорее бы уже. Да что с ним нафиг происходит? Да и какой водой он будет мыться? Вот пацан выпил водичку, из него танцующий скелет вылез. Я бы не стал здесь воду употреблять. Ни за что! Что за загадочная магия творится здесь? Полетели ребята на стульях. Так бывает, когда запах свежей краски бьет в голову. Стулья покрасили, а о последствиях забыли. Зря вы смеетесь, друзья. Тиктокеры очень образованный народ. У кого-то подвешен язык. А какие у них умные лица, обезображенный интеллект. Думаете, легко каждый день читать книги? Устают, лицо напрягается. Я фиг его знает, что за тренд такой. Но говорят, что это типа Джокерфейс. Ну хорошо, Джокерфейс, так Джокерфейс. Я не против. Пусть делают, что хотят. В конце концов, это их рожи. А еще Джокерфейс отпугивает хулиганов. Поди, не испугайся, когда перед тобой это страшная рожа. Вон у Визави даже без ментов руки заламываются. Чувака, у которого свисает на голове макароны, зовут Ризван Хан. Он там у них типа тиктокерской знаменитости. Ну, пусть они не думают, что первыми запустили этот тренд. Вся эта фигня началась еще с Джима Керри. Женатый мужчина, у которого есть вторая половинка. Это ситуация до того, как на него напала деревня и после. То есть за несколько секунд до того, как полетело первое копье. А этого Федора я в Химках видал, деревянными этими торгуют. Так, волосатые титьки, кавказский вариант, я смотрю. А это тот случай, когда заказывал танец живота, получил танец живота Гарика Харламова или Василия Уткина. На самом деле перед нами девушка, просто она вся в папу, даже усы отцовские. А эта мадам вам 100 очков вперед даст. Тот, что сзади, я смотрю, активный парень, а тот, что спереди, какой-то пассивный. Я гляжу, он очень любит сосать. Эту девушку, видимо, слишком часто просили на телефон титьки отправить, но она поняла все слишком буквально. Она же наряжается в мусорные пакеты. Говорят, эту новую форму внедряют в полицию. Не знаю, посмотрим, правда это или нет. Не кажется ли из этого мальчика вырывается грудолом из фильма «Чужие»? Странные, конечно, у них песни, этот вообще мокрый, как будто его, извините, слон обоссал. Так не надо было под хоботом стоять. Ушлепок показывает свои накачанные мышцы, которых он накачал вовнутрь, судя по тому, что их просто не видно. Этот чувак умеет все, останавливать время, поезда, чтобы сделать селфи. Единственное, что он не умеет, это снимать вменяемые адекватные тиктоки. Индийские уличные танцоры, вот какие у них бардаки, срань на улицах, точно такие же и танцы. Посадил дед репку, вытянули его за волосы, он взял да сделался тиктокером, на зло бабки и детки. А это что за розовые фламинго, дитя заката? То, что он дитя заката здравомыслящего мира, я даже не сомневаюсь. Хотя, по-моему, это мистер Уилсон из фильма «Изгой». Он или не он, не суть. Главное перестать пользоваться феном. От него, говорят, мозги сохнут. Что, походу, и случилось. От некоторых тиктокеров даже волосы пытаются сбежать, они стягают вниз, чтобы свинтить от хозяина. А это самая опасная банда в Индии, их боятся даже они сами. Знаменитые петушиные бои. Что по этому поводу скажете? Это разборка, Женский голос за кадром спрашивает, свободен ли он. На что чувак отвечает, что у него уже есть парень, но это по прическе было видно.
Если вы хотели видеть, как выглядит свиной гриб, то вот, пожалуйста. Я думаю, Хрюша и спокойной ночью выросла и определилась с полом, а этот пятачок все-таки попробовал галлюциногенный мед от мексиканских пчел. Чувак хвастается, что меняет рубашки, как трусы. Красиво жить не запретишь, осталось времянку на приличную квартиру поменять, и все будет чики-пуки. Кто-то за кадром создает нереальную интригу. Ну, во-первых, по жирным пальцам видно, что это не худосочный крендель, а во-вторых, он похож на Карлсона, который жрет на крыше. Будущий певец нашел идеальный фон для своего клипа. Единственное, не хватает писающего мужика на дальнем плане. Парнише становится плохо. Что-то с ним не так. Да с вами, с тиктокерами, давно уже что-то не так. Мальчишка долго соображает, сожрать это все или нет. Ведь секунд 10 назад он уже обедал. Да, тяжелый выбор. Эффект до и после. Как был пухлым мальчиком, таким, собственно, и остался. Директор птицы фабрики разбогател на цыпочках. Челюсть с чиксами, написано в титрах. Другие челят с тёлками, даже с двумя. Ну, тёлки, выйдешь, штука вообще священная. Блин, ну и роте у него, а? Такой огромный, что через него даже печень видна. Стив Тайлер передает привет. Как забавно ребятишки головами покачивают. С удовольствием бы на приборной панели их поставил. Новый вид транспорта – челобайк или хомоцикл. Много жрет, капризный, хочет, едет, в зависимости от настроения. В индийском ЧБД Тамби Масаев с гостями вообще не церемонится. Но самые кислотные тиктоки снимает некий Саид Рахман. Его видео можно буквально свернуть в папиросу и скурить. В результате чего появляется Купидон и дракон с красной птицей, типа феникса, восставший из пепла. Зайка моя, она и в Индии зайка. Качок испачкал обувь какого-то дрища, тот заставил протереть башмак. Детина пошел дальше со своими шкафами и тумбочками чистить сапожки. Вызовите врача или экзорциста. Ну нахер. Еще один тиктокер рвет здесь рубашку. Нет, это поколение не спасти, думают индийские бабушки. Впрочем, знаете что, никого не слушайте, начинайте снимать свои тиктоки, только, пожалуйста, без всей этой кринжатины. Посмотрите другую подборку. Индийские двойники. Кликните на это видео прямо сейчас. Подпишитесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы к вам приходили уведомления о новых публикациях и побольше лайков, дабы это видео попало в тренды. Всем добра!